Телеканал КРТ представляет. Как и ожидалось, в Беларуси на этой неделе была предпринята попытка организовать Майдан. Поводом стали президентские выборы, прошедшие 9 августа. Как и прогнозировало большинство экспертов, неожиданности на них не произошло. Согласно объявленным ЦИК Беларуси итогам волеизъявления, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,9 80 избирателей а за его основного конкурента от оппозиции Светлану Тихановскую 10 – 10,9%. Это при явке 84,2%. Однако, вполне прогнозируемо, Светлана Тихановская поражение не признала. Более того, ее штаб выдвинул заведомо неправдоподобную версию о том, что за нее якобы проголосовали от 70 до 90% избирателей. Подобные заявления ярко демонстрировали то, что цель Тихановской и ее кураторов – не победа на выборах, а разжигание уличных протестов с последующим переходом их в свержение власти Лукашенко. И протесты не заставили себя долго ждать. В ночь с 9 на 10 августа в нескольких городах страны начались протестные акции, в ходе которых митингующие вели себя агрессивно и даже пытались захватить органы исполнительной власти в отдельных городах на юге страны. Правоохранители применяли против участников протестов спецсредства, включая резиновые дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Столь радикальных протестов Беларусь в своей новейшей истории еще не видела. Как сообщает информационное агентство Белта, в ночь с 9 на 10 августа в ходе акций протеста пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Всего правоохранителями было задержано около 3000 человек. Сами протестные акции проходили в соответствии с типичной для так называемых цветных революций второй волны методичкой. Координировались они по сетевому принципу через телеграм-каналы. Одним из таких ресурсов, круглосуточно нагнетающим протестную истерию, является администрируемый из Польши двумя беговыми белорусскими оппозиционерами канал Nexta. Его контент представляет собой смесь видео с протестов, преимущественно демонстрирующих применение силы правоохранителями против митингующих и призывов выходить на улицу с целью свержения Лукашенко. По сообщениям СМИ. В первую ночь протестов белорусские власти пытались блокировать интернет в стране. Однако получалось это из рук вон плохо, так как каналы митингующих продолжали работу. По итогам первой ночи протестов Александр Лукашенко заявил, цитата, «Мы задержали организаторов, которые прятались по зауголью, бегали около трех тысяч. Из них почти половина в Минске. Обкуренных, пьяных много, с наркотиками. Ужас!» Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами. Они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять. В одном Александр Григорьевич не прав. Управлять белорусскими протестами из-за рубежа начали не только что, а за пару месяцев до их активной фазы. Впрочем, по жесткой и уверенной реакции белорусских властей видно, что к такому сценарию они готовились. В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились и радикализировались до предела. На улице Притыцкого в Минске, где протестующие ранее начали возводить баррикады, в ОМОНовцев полетели коктейли Молотова. В других районах города участники протестов пытались таранить сотрудников правоохранительных органов автомобилями. Стражи правопорядка применяли водометы. В подавлении беспорядков был задействован спецназ. Приблизительно к середине ночи белорусским правоохранителям удалось зачистить все основные очаги протеста в столице и регионах. По официальной информации в эту ночь один из протестующих погиб. Как сообщили в МВД Беларуси, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа. Оно взорвалось у него в руке, человек скончался на месте. Несмотря на наличие первой жертвы, которая в подобных ситуациях, как правило, используется в качестве сакральной и стимулирует протесты, по итогам двух ночей подавления беспорядков действующие власти Беларуси одержали твердую победу. 10 августа Светлана Тихановская после визита в ЦИК уехала в неизвестном направлении, заявив о том, что приняла некое решение, а уже на следующий день объявилась в соседней Литве. Об этом сообщил глава МИД Литвы Лина Слинкявичус в своем твиттере. 11 августа в сети появилось видеообращение Светланы Тихановской, в котором она отказалась от дальнейшей борьбы. Как заявила предводительница белорусской оппозиции, цитата, «Я думала, что вся эта кампания меня сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально». Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит». Затем было опубликовано еще одно видео, в котором Тихановская и вовсе призвала к благоразумию и уважению закона. По-видимому, оно было записано еще до выезда из Беларуси и являлось частью сделки с белорусскими властями по выходу Тихановской из игры без потерь путем отъезда в эмиграцию. Однако, как уже было сказано выше, за рубежом бывшая главная оппозиционерка от своих обязательств оставить политику не отказалась и полностью подтвердила их. Третья ночь протестов выглядела гораздо более вяло, чем первые две. Заметно было, что уличная активность идет на спад. Всего по состоянию на утро среды белорусскими правоохранителями было задержано около 5000 человек. Таким образом, на исходе третьего дня попытки свержения Лукашенко в Беларуси, у его оппонентов нет лидера, стремительно снижается число полевых координаторов, и есть все более возрастающие риски нарваться на максимально жесткий отпор силовиков, которые сохраняют полную лояльность президенту. Если так пойдет и дальше, Лукашенко несомненно удержится. Правда, во вторник протестующие прибегли к попытке организовать забастовки на заводах, и кое-где им частично удалось это сделать. Частично бастуют от 10 до 12 предприятий. Массового паралича производства пока не наблюдается. Вероятно, при отсутствии лидера и аресте координаторов эти забастовки пойдут на спад. Несмотря на многие опасения, высказывавшиеся накануне выборов, основные международные партнеры Беларуси признали их итоги. В первые сутки после волеизъявления Лукашенко с победой поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Эрдоган, а также ряд лидеров других стран Азии и постсоветского пространства. А вот в Европе и США вполне ожидаемо итогов волеизъявления не признали и начали грозить Беларуси санкциями. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий предложил провести чрезвычайный саммит Европейского совета в связи с применением силы на акциях протеста в Беларуси. В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео назвал выборы в стране несвободными и несправедливыми, призвав белорусские власти освободить всех задержанных участников протестов. Недовольны действиями Лукашенко и в Берлине. Пресс-секретарь МИД Германии Кристофер Бургер в понедельник заявил о возможности возобновления ранее частично отмененных санкций против Беларуси. Резюмируя вышеизложенное, я полагаю, что Лукашенко удержится. Для этого у него есть мощная вертикаль власти, абсолютно лояльные силовики, готовность действовать решительно и государственная информационная монополия. К тому же, его переизбрание признали три крупные державы, так или иначе оппонирующие западному миру. И все же нынешняя ситуация в Беларуси вновь вскрыла давнишнюю проблему уязвимости наиболее успешных постсоветских государств с авторитарной формой правления к попыткам дестабилизации изнутри в момент выборов или шире транзита власти. Где-то, как в Казахстане, эту проблему решают путем управляемого транзита под надзором национального лидера, ушедшего на должность главы Госсовета. Где-то, как в Узбекистане, ее решают путем закулисных договоренностей в рамках правящего клана. Но все это ненадежно. Если в каждом потенциально угрожаемом случае пытаться изобретать велосипед, Деструктивные силы внутри общества, поддержанные извне, рано или поздно найдут лазейку, возьмут власть и превратят сравнительно благополучную страну в разложившийся failed state. Как мне представляется, единственный способ избежать этого – институционализация правящих режимов. Что же касается прогнозов для Беларуси по итогам прошедших выборов и протестов, нам представляется очевидным, что окончательно испортив свои отношения с Западом, Лукашенко в ближайшее время вернется к более тесному взаимодействию с Москвой. Вероятно, сужение пространства для геополитического маневра белорусского лидера приведет к тому, что он в конечном итоге примет условия Кремля по более тесной интеграции в рамках союзного государства. Для Александра Лукашенко данный вариант развития событий сейчас выглядит куда меньшим злом, чем если бы он позволил себя свергнуть про западной оппозиции. Впрочем, не стоит недооценивать батьку. На переговорах с Кремлем он еще попытается выторговать для своей страны экономические уступки в обмен на более тесный союз.